сейчас вяжут? Сейчас вяжут перекрытие на техэтаж. Так. Здесь уже будем заливать перекрытие техэтажа. Строительство детского сада и школы в Гусарской Балладе продолжается. Ход работ проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Результаты проверки обсудили в штабе строительства. Мы будем интенсивно работать до конца января месяца. Планируем объем, это первый этаж здания. На участке сейчас работает 115 человек. 115 человек работают. Это и детский сад, и школа. И школа. Водопроводные сети вынесены. Сейчас идет заливка фундамента детского сада. Ее планируется завершить до конца года, поэтому работы идут в усиленном режиме. Отставание в графике, возникшее из-за обнаруженных на стройплощадке коммуникаций, будет компенсировано в марте. Напомним, школа на 2200 мест в Гусарской Балладе откроется 1 сентября 2023 года. Площадь образовательного учреждения составит 30 тысяч квадратных метров. Помимо учебных кабинетов и специализированных классов, в нем предусмотрены два спортивных зала, лаборантские и мастерские. На прилегающую территорию обустроят стадион с футбольным полем и площадки для активных игр и занятий различными видами спорта. Детский сад в Гусарской Балладе на 400 мест планируется сдать еще раньше, в 2022 году. Эти учреждения составят крупнейший в Подмосковье образовательный комплекс. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».